Убийство!
хрен. Мона, неплохо выглядишь. Макс, мы больше не должны так встречаться. Ладно, наступит холодный день, если я позволю копу остановить меня. Мисс Сакс, сделайте свое дело. Спокойно, Макс. Ты классный парень, а я не убиваю классных парней. А ты совсем так ничего. Это была не та ситуация, когда Хорн хотела смерти Пунчинелла. Чтобы порвать связи с мафией, он заслуживал смерти. То же самое можно сказать и о ней. Она плохая девочка. Сестра нашептывала ей, чтобы она меня прикрывала. Я хорошо знаю вкусы привидений. Они жаждут мести. Нет. Прогремел выстрел, и она медленно осела на пол. Она была неплохой девчонкой, а не хладнокровным убийцей. Теперь она стала хладнокровным трупом. Как религиозные фанатики или преданные самураи, личная армия Хорн шла за мной. Когда лифт опустился, она исчезла. Было много крови, но не было тела. Что-то подсказывало мне, развязка уже близка. В голове никогда не было так прозрачно. Как будто развеялись грозовые облака, и я увидел свет холодных звезд в ночном небе.
так что время замедляется, потом происходят ускорки, герои уворачиваются от пуль, ты видишь, как пули пролетают мимо. Эй! Ведущий главный отдел, а там я могу добраться до кодовых замков, попасть в ее офис. Охранником, нечеловеческий, безошибочный, он преследовал меня. Yeah.
что за гибрид? Все в машине работали, и лифт должен был отвезти меня наверх. Высоты казалось, что ночь простирается на вечность. Нотка отчаяния завязла в снежной буре. Кал будто надеялась выбраться до того, как все кончится. Личный компьютер Хорн был включен. Около принтера лежала стопка дорогой бумаги. Взломав компьютер Хорн, я смог бы добраться до файлов криминальных планов, стратегии завоевания мира, сообщений со шпионских вертолетов, записи скрытых камер, порно из интернета. Что бы ты выбрал? Я бы ничего не выбрал. Насмотрелся сполна. Валькирия должна была быть белокрылой девушкой, которая должна отвезти меня в рай для воинов. Но все это оказалось дорогой прямо в ад. В наркотиках притаился дьявол. Я знал это. Я должен был встретиться с ним. Теперь я собирался убить ее. Королева подземелья, которая пыталась вознестись на небо с помощью заработанных на наркотиках денег. Не вымогать и не давать взятки. Ей лучше знать честь в среде убийц. Мы знаем, кому суждено умереть. Мы оба знали, чем это закончится, болью и страданиями. Все это потому, что твоя жена сунула свой нос туда, куда не следовало. За мной по пятам шли копы. Сирена, казалось, вылив подсознание, и от этого нельзя было избавиться. Хорошо, что ты зашел так далеко, но ты умрешь, когда они приедут сюда. Остановить его!
Ищите прикрытие. Макс Пейн, все тщетно. Тратишь время. Смерть твоей жены и дочери была необходима. Неизбежно. Все кончено. Ты уже ничего не изменишь. Пейн, ты борешься и проигрываешь. Тебе здесь не выжить, ты умрешь. Не сопротивляйся. Облегчи свою участь, прими свою судьбу. Ты умрешь здесь. Макс Пейн, признайся, что ты сражаешь против непреодолимой силы. Ты уже проиграл. Ты проиграл. Только смерть избавит тебя от страданий. Прими ее, сдавайся. Мы держим его в северном крыле. Пришлите помощь. Пришлите помощь.
значит нельзя остановить? Вы превосходите его во всех отношениях. Вы лучше натренированы, лучше оснащены. Делайте свою работу. Что значит нельзя остановить? Вы превосходите его во всех отношениях. Вы лучше натренированы, лучше оснащены. Делайте свою работу. Взлета.
5, 4, 3, 2, 1. Все они были мертвы. Последний выстрел стал отметкой, которая изменила все. Я убрал палец с курка. И тогда все было кончено. Казалось, что буря поубивала свой пыл. Рваные тучи разошлись, и я увидел звездное небо. Макс Пейн, говорит заместитель начальника полиции Джим Бравура. Здание окружено, бросай на пол оружие и выходи с высокоподнятыми руками. Чуть ближе к небесам. Голоса копов казались отдаленными и приглушенными. Стоять, полиция! Стой, где стоишь! Мои видения покинули меня. Далеко внизу огни Нью-Йорка мерцали, словно бриллианты на черном бархате. Мы за тобой неплохо погонялись. Отвезите его в центральный участок. Ты слышал, что он сказал? Там был Воуден. Стоял в толпе среди зевак. Все не закончится до тех пор, пока этого не захочет человек в повязке. И он захочет. Я знаю, что он захочет. Это нужно ему. Воуден ехидно улыбнулся. Это была улыбка победителя. Это же сделал я.